Да ты что? Вот это да. Сочувствую. Ищи других людей. Что тебе еще сказать? Кто звонил? Да Женек, сокурсник. У него свой бизнес. Я же тебе рассказывал. Представляешь, он когда вторую точку открыл и перестал постоянно на своей первой точке появляться, у него выручка на 15% упала. Похоже, что наемные сотрудники приворовывают. Ай-я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 й. Услуги посетителям оказывают, а денежку в карман кладут. И поди, докажи. Доказать и в самом деле не всегда легко. А вот существенно сократить масштабы злоупотреблений не так уж и сложно. И это как же? Видеокамеры ставить? Так они кучу денег стоят. Да и потом, кто все это смотреть будет? Ну зачем же сразу видеокамеры? Ведь на самом деле у предпринимателей уже есть инструмент, который был придуман почти 150 лет назад. В том числе, чтобы бороться с воровством. И называется этот инструмент... кассовый аппарат. Не пойдет. Не пойдет. В самых первых кассах, когда с покупателем завершали расчет, звенел колокольчик, чтобы менеджер на другом конце магазина услышал, что деньги прошли через кассу. Ну а чуть позже догадались хранить всю историю операций на контрольной кассовой ленте. Ага, сейчас ты мне будешь втирать про то, что нужно пользоваться кассой, да? Угадал. Да и без тебя уже государство заставило всех эти... кассы поставить. Да, это так. Но насколько часто нам всем приходится видеть, что покупки идут мимо кассы? Насколько, вы говорите, сократилась выручка у вашего знакомого? Ну, по его словам, от недели к неделе цифры разные. Когда на 10, а когда и на 15%. Ну вот, смотрите сами. Если ваш приятель со своим небольшим бизнесом сидит на патентной системе налогообложения или на ЕНВД, то его налоги вообще не зависят от задекларированного дохода. Но сейчас, допустим, он использует упрощенную систему налогообложения и платит 6% с выручки. Даже в этом случае его потери на налогах будут меньше, чем потери от недобросовестного персонала. 6% – это ведь меньше, чем 10 или 15, не так ли? Мы с вами совершенно согласны. Ну так и что ты ему посоветуешь? То же самое, что делают многие другие предприниматели. Пусть повесит у себя на самом видном месте небольшой плакатик. Если вам не выдали кассовый чек, позвоните по этому телефону, и мы вернем вам стоимость вашей покупки. Все предельно просто. Теперь обслуживать покупателей и забирать выручку к себе в карман недобросовестному сотруднику будет тяжело. Ну и вдобавок можно посоветовать все-таки внедрить хотя бы самый примитивный учет. Контроль поступления товара, контроль выбытия и продаж, периодические инвентаризации закроют большую часть лазеек. Как только бизнес вырастает до момента, когда приходится привлекать наемный персонал, контроль и учет становятся необходимыми. Ну а решения начального уровня, вроде 1С-кассы, стоят совсем недорого и внедряются буквально за день. Ну это нормально. Ну да, учет и контроль – это вот твоя любимая тема. Вот именно. К сожалению, многие начинающие предприниматели воспринимают необходимость ставить кассовые аппараты и какие-то программы как бесполезные лишние хлопоты и затраты, которые нужны только чтобы избежать штрафов. Но это не так. Во многих случаях, особенно в малом бизнесе, автоматизация учета и неукоснительное использование контрольно-кассовой техники позволяют сэкономить. И эта экономия часто оказывается больше, чем затраты на организацию такого учета и выплату всех налогов. И это не говоря уже о том, что не платить налоги – это вообще-то преступление. Правильно говоришь. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя». И увидимся.